В Москве подвели итоги 4-го сезона проекта для молодых предпринимателей «Я в деле». В финале приняли участие команды из 71 региона России, которые прошли отбор на региональном этапе. Подробности в нашем репортаже. Проект помогает молодым ребятам сделать первые шаги в бизнесе. В финале участвовали и нижегородцы. Студенты Высшей школы экономики предложили проект боксов правильного питания, созданных по японской системе Бента. В этом году обучение прошли 42 тысячи студентов и 26 тысяч школьников. Они предложили самые разные идеи, связанные с нейросетями, беспилотниками и другими перспективными направлениями. Победу одержал проект ребят из Архангельской области. Они придумали генератор, способный аккумулировать электроэнергию от костра. Хочется сказать, что большие истории и большие масштабы мышления и создания своего дела – это действительно командная работа, на что мы и делаем упор. И это в том числе касается и организаторов. Ребята, которые прошли обучение на проекте, позже сами становятся наставниками для других команд. Они продолжают учиться, узнают новое о предпринимательстве, помогают новичкам преодолеть свои страхи в начале пути. Уже в январе 2024 года стартует 5-й сезон программы «Я в деле», где все желающие могут попробовать свои силы в бизнесе.